Итак, добрый день. Сегодня 14 февраля. Фу, блин. Декабря 2014 год. Вот у нас ночью было очень холодно. Инин на деревьях вырос. На одном, на втором. Все макушки все белые. Особенно там тополь белый. Вот такая вот у нас красота. Солнышко светит, глаза не видно. Вот. Все деревья белые. Как говорил один чувак, все деревья в серебре. Хотя он говорил про сентябрь. А у нас декабрь. Зараза, блин, холодно. Не знаю, сколько градусов, но холодно. Вот такая красота на деревьях. Особенно он там фонарик висит. Красота. Красота среди бегущих. Первых нет и отстающих. Видно, не видно иней на деревьях. Было ночью холодно, иней появился. На кустиках на деревьях. Иней вот на сирене у нас, на деревьях. Здесь уже отвалился, где солнышко. Хотя на той стороне больше было. Странно. С той стороны дома перешел на эту сторону, а тут и нет, и уже и нету. Наверное, мороз. Коридорчиком шел. Прикольно.